Привет. Ну, как там у вас со Стефаном? Отлично. Просто отлично. В самом деле? Наверное, мой радар сломался, потому что на него поступают другие сигналы. Что это? Не трогай. Боже, Кэролайн, что случилось? Ничего, ясно? Что значит ничего? Тебя кто-то ранил? Нет, ничего страшного. Просто мама меня убьет. Это сделал Дэймон? Нет. Конечно, нет. Просто оставь меня в покое, Лена, хорошо? Ты на самом деле какой-то ненормальный. Держись подальше от Кэролайн, иначе я пойду прямо к ее матери, она шериф. Понял? Держись от нее подальше.